Всем привет, друзья мои! Сегодня мы поговорим на следующую тему. Зрители моего канала делятся на различные категории. Кто-то ради любопытства, кто-то принимает то, о чем я говорю. Но есть люди, которые делают. Вот сегодня видео для тех, кто делает, которые занимаются процедурами, клизмами, ядами. Ну, в общем-то, пытаются убить опухоли, избавиться от хронических заболеваний. И сегодня я расскажу вам о том, в чем же заключается опасность убитой опухоли. Неважно, большая она, маленькая. Скорее всего, она маленькая, микроскопическая. Скорее всего, что она в кишечнике. Скорее всего, что она долго подвергалась воздействию, предположим, там соды с перекисью, клизмам, АСД, болиголову. И, в общем-то, сдалась и умерла. Ну и, собственно говоря, можно сказать, все хорошо. Да, все хорошо. За исключением только одного. Сильных болевых ощущений и попадания вот этих некротических тканей, собственно говоря, потому что опухоль состоит из ваших клеток. Соответственно, если вы убили опухоль, значит, она умерла. Ваша ткань умерла. И сама по себе ткань, это я говорю из своего собственного опыта, она обладает очень токсичностью большой. Ну, грубо говоря, будем так говорить. Если она попадает на слизистую оболочку, она очень сильно болит и печет. Неважно, где это. Это может быть, если это в носу, предположим, да, полип какой-то разложился, и оно потом попадает, то это и слезы, и температура, и лежать нужно, и пока оно не разложится, да. А если оно попадает в кровяное русло, значит, соответственно, поднимается температура очень сильно в организме, идет воспалительный процесс. Ну, вы понимаете, да, это патологическая некротическая ткань. И, ну, не надо этого бояться и не надо этого пугаться. Конечно, нужно быть осторожным. Однако, когда происходит подобная вещь, и у вас начинают из носа идти кровяные, предположим, пленки, или сильное количество, большое количество слизи, и так далее, радоваться нужно этому. Вы победили, вы победитель, вы победили самого себя. И, соответственно, добились какого-то очередного результата. Поэтому не падайте духом, не переживайте, что у вас температура и боли. А вы молодец просто-напросто, и у вас удалось. На сегодня все.